Как можно что-то найти в таком беспорядке?
아니야.
бегает он с конфетами и без меня? Хм. Очень добрый день. А это там что? И это все мне. Вкусновато, но маловато. Еще. 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 Еще, еще, еще. Еще. Поделись с ребенком. Речка разлилась напрасно, ей друзей не разлучить. Ну а вместе нам не страшно. А теперь бегом и прыжку. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручеек сверкает ледяной головой. Капли разлетаются, брызгами. Не
Ой. Злые вы! Уеду я от вас! Давай, Эми, прощайся!
уже ссориться не будем, лишь бы полететь. Thank you.
Матчи этого сезона. Матчи за суперприз. О! Ладно, посидим, посмотрим. Напряженная борьба развернулась в центре поля. Игроки пытаются перехватить мяч друг у друга, но пока, к сожалению, никто не может надолго завладеть мячом. Мишка, а когда будет гол? Хороший момент для удара. Удар! Ай-яй-яй! Хороший момент для контратаки. Пас! Мимо, мимо, мяч улетает с поля. Ну и где гол? Мишка, а еще долго ждать гол? А скоро гол? Ну а когда гол? Ну и где гол? Мишка, какой-то у тебя футбол безголовый. Скукотень. Снова уверенно контролируют мяч хозяева поля на подступах к штрафной площади соперников. Пас. Еще пас. Удар. Судья назначает пенальти. И счет может быть открыт. Удар по воротам. Мимо ворот. Ой, не штрафной. Арбитр удаляет игрока гостей за неспортивное поведение. Итак, начинается второй тайм. Игроки вновь выходят на поле. Свисток судьи, время пошло. Все ждут гол. Зайчик, а зайчик, давай в футбольчик. Давай, давай, пасуй, пасуй, давай. Лови! Эх, штанга. А сейчас будет гол. О, зайки! Ах вы так! На поле продолжается борьба за мяч. Вот мяч переходит на правую половину поля. Мяч на левой половине поля. Но полузащитник хозяев возвращает его на правую половину поля. Еще один удар, и мяч опять на левой половине поля. Удар, снова уверенно контролирует мяч хозяева поля на подступах к штрафной площади соперникам. И
Третий хозяин возвращает его на правую половину поля. Еще один удар, и мяч опять на левой половине поля. Удар! Как оживились болельщики! И снова мяч на правой половине поля. Какой героический матч! Дают. Звучит финальный свисток. Какая была напряженная игра. Настоящий футбольный праздник состоялся сегодня на радость всем болельщикам. Итоговый счет 0-0. Но, как говорится, не в голах счастье. Главное – это участие. Секундочку. 1, 2, 3, 4, 5. Лови! Гол! 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 Мишка, тебе гол! Гол! Как ты хотел, Мишка. А далеко этот курорт? Ага. А на курорте весело? Ага. И что, все 3 недели курорт? Будьте спокойны, за цветочком мы присмотрим. Будем поливать. Кормить буду я. Веселого курорта! Ha ha ha!
свежее. Даже это едят? О, и чего они только не едят? А если так? Ну-ка, ну-ка. Так ты у нас сладкоежка. Забыла. На. Ух ты! Thank you.
хочу. И пшикалку. А чем же ребенку с огнем бороться? Ура! Детский огнетушитель! Мишка, ну это не то! Огнетушительная! Вот такая работа пожарным по вкусу! Thank you.
нарисую. О! Мишка! Узнаешь? Чё, не похож? А? Что бы мне еще запечатлеть? Страшилище! Э.
Ух, сейчас там такое будет! Не бойся, пойдем, пойдем. Что там за чудище такое? Ага! Ого! Стой! Стой, не бойся! Вылезай, познакомимся! На белом свете. Давай знакомиться. Там, где всегда мороз. Крепче спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся обоих медведей. Тихо-тихо, это же я, Маша. Земля. Давай знакомиться. Вот какое чудище к нам залезло. Чудище чумазое. Внимание, внимание, потерялся белый медвежонок. Не потерялся, а нашелся. Нашедшего просим вернуть медвежонка домой, на Северный полюс. Это куда это? А, да, запросто. Да, Мишка? Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи. Внимание, внимание! Пропавший медвежонок нашелся и вернулся домой. Плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обоих медведи, вертится земля. Опять извоюкался, чудище чумазое! Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.